парнишка. А у кого сегодня день рождения? У меня. Сколько тебе лет? 7. Поздравляю. С днем рождения. Спасибо. Итак, повторюсь, у этого парнишки сегодня день рождения. Я приехал к ним в гости в отель Ялтин Турист на 2 дня. Но помимо этого, чтобы не скучать и чтобы моя техника также не простаивала, я получил разрешение у пресс-службы отеля Ялтин Турист на съемку. Сейчас мы идем встречаться с представителем пресс-службы, обговорим с ней все правила и в обед, наверное, в обед будем снимать. Доброе утро. Представитель отеля Ялтин Турист, который принесла мне разрешение на съемку. Рада приветствовать вас в нашем отеле. Желаю вам приятного отдыха. Спасибо большое. Это ваша документация, которая даст вам разрешение. В свою очередь я приведу нашу пресс-службу. Я понял. Я получил разрешение на съемку и договорился с представителем пресс-службы о том, что вначале я отпраздную день рождения своего сына, а после свяжусь с ней и в районе обеда мы отправимся на съемки территории отеля Ялтин Турист. Ну что, друзья, я отправляюсь на съемки главного корпуса Ялтин Турист. Я сейчас нахожусь в Грин-парке, именно здесь живет моя семья. Признаюсь честно, мне нравится больше в Грин-парке, его мы снимем чуть позже, но начать нужно, конечно же, с центрального корпуса, и там меня уже ждет представитель отеля Ялтин Турист. Изучение отеля я предлагаю начать с небольшой исторической справки. Итак, отель Ялтин Турист – крупнейший курортный центр Черноморского побережья Крыма, построенный аж в 1977 году по проекту группы архитекторов Академии художеств СССР под руководством народного архитектора СССР Анатолия Трофимовича Полянского. В рамках реализации проекта такого масштаба и для выполнения поставленных задач по поиску прогрессивных архитектурных форм члены коллектива под руководством Полянского в те годы были командированы на 1 месяц в Соединенные Штаты Америки в город огней Лас-Вегас с целью ознакомления с гостиничной инфраструктурой, стилистикой жилых зданий и развлекательных объектов этого региона. Как написано в рекламных буклетах отеля, отель Ялтин Турист напоминает белоснежный океанский лайнер, плывущий по изумрудному бархату Массандровского парка, который основан еще в первой половине 19 века. Общая площадь парка, владельцем которого был граф Воронцов, составляет более 40 гектаров и более 200 разнообразных растений и деревьев. Мы еще вернемся к парку и обязательно по нему погуляем. К разработке идей оформления и убранства гостиничного комплекса «Ялтин Турист» был привлечен художник-монументалист Зураб Церетели. Согласно проекту, жилые комнаты расположились со 2 по 15 этаж. А общественные места – кафе, бары, рестораны, бюро экскурсий и так далее – в нижних этажах с устройством независимого доступа к ним. 16-й же этаж был отведен под конференц-залы, киноконцертный зал, ресторан «Айпетри» и смотровую площадку. Осмотр основного корпуса «Ялтин Турист» я решил начать с самого верха, с 16-го этажа. Вы знаете, сюда стоит подняться не только для того, чтобы покушать в ресторане, но и для того, чтобы увидеть один из самых замечательных видов на всю Ялту. Ну разве он не прекрасен? Посмотрите сами. А вот это место, как говорят местные, стало уже топовым среди инстаграмщиков. Поэтому, если кто-то хочет крутую фотку, все сюда за фотографией. Друзья, мне сегодня повезло вдвойне. Мне не только разрешили отснять Ялтин Турист, но мне еще и дали одного из самых профессиональных гидов. Как вас зовут? Сусленко Нина Сергеевна, менеджер по связям с общественностью отеля Ялтин. Общественность, знаете, если вам нужна связь с Ялтин Турист, вот такие специалисты готовы с вами работать. Первый этаж – это сервисный этаж, да, правильно? Да, совершенно сервисный верно. Сервисный этаж, внизу там, ну, грязь и лечебница, то-то. Да. Живут люди с какого по со какой? Со второго. Со второго по? По 15. Со второго по 15 – это все жилая зона, правильно? Совершенно верно. А на 16 этаже расположился уютный ресторанчик с шикарным видом на море и на Ялту. Если вы будете проживать в номерах люкс или полулюкс, в этом ресторане у вас будет трехразовое питание. Здесь же на 16 этаже расположился фитнес-центр SkyFit, который дает возможность любителям фитнеса тренироваться с видом на море.
Друзья, и с балкона с 16 этажа открывается прекрасный вид на аквазону. Напомню, вот там находится Олимпийский бассейн, который 50 метров в длину. Чуть ниже него есть небольшой бассейн для прыжков с вышки. За ним детский бассейн, где мелко. Здесь находится бассейн Infinity, под которым находятся воронцовские бани. Чуть дальше аквапарк. Ну и ниже детская зона. Признаюсь честно, большую часть времени с семьей мы провели именно здесь. Детский аквапарк и небольшой детский бассейн. Ну и давайте подробно разберем, что же из себя представляет аквазона отеля Ялта Интурист. В первую очередь это, конечно же, 50-метровый олимпийский бассейн. В нем морская вода, которую согревают до 28 градусов круглый год. Левее вы видите детский бассейн, там мелко, и там тоже морская вода, которая согревается. Чуть дальше по правую руку идет глубокий бассейн и вышки 3, 5, 7 и 10 метровой высоты. Левее расположен аквапарк для взрослых, всего 4 горки, но этого достаточно. Правее немного дальше находится бассейн Infinity, у него частично стеклянный пол, под которым расположены воронцовские бани, также в этом бассейне есть гидромассаж. Ну и далее наша любимая зона, детский аквапарк и детский бассейн. Вода там пресная, она не согревается, но когда на улице жарко, это идеальное место для того, чтобы дети и взрослые отдыхали. Ну и конечно же, какой морской отель без собственного пляжа и без собственного кусочка моря. Море здесь есть, оно находится намного ниже, чтобы попасть на него, нужно спуститься на лифте. Мы сделаем это обязательно, но немного позже. Друзья, и небольшая историческая справка. Вот этот главный корпус, основной корпус отеля Ялта Интурист, он был запущен в 1978 году. Еще Советский Союз его запускал. И тогда это была Ялта Интурист, и сюда могли попасть только иностранцы. Сюда принимали на работу людей со знанием английского и немецких языков. Сейчас он, конечно же, значительно изменился, расширилась его территория, появилась зона Green Park, появилась шикарная аквазона, и теперь сюда имеет доступ любой человек, у которого есть возможность. И, кстати, в Ялту Интурист можно приехать не только за отдыхом. Это конференц-зал «Звездный». Вы только посмотрите на эту красоту. Так что компании, бизнесмены, кто проводит тренинги, всякие коучеры, рассмотрите, пожалуйста, шикарное место. Еще одной жемчужиной отеля Ялта Интурист является киноконцертный зал «Хрустальный». Вот он, вы видите его на съемках квадрокоптера. Это здание причудливой формы. Дело в том, что построенный еще в 1977 году, концертный зал «Хрустальный» до сих пор является уникальным помещением такого размера. Он построен без внутренних опорных колонн, благодаря применению специальной вантовой конструкции. Помимо уникальной конструкции самого помещения, киноконцертный зал «Хрустальный» обладает уникальной акустикой. И, кстати, я что хочу сказать. Мы все привыкли сейчас хвастаться чем-то новомодным, современным, а я вот хочу сказать огромное спасибо тем, кто содержит этот зал. Мне кажется, этот паркет остался еще именно со времен Советского Союза. И вы посмотрите, как все шикарно сохранилось и как все это смотрится. Отдельного внимания заслуживает зоопарк, который находится на территории отеля Ялта Интурист. Мне также рассказали сотрудники зоопарка, что 2 года назад и год назад здесь, в неволе, в зоопарке, у шимпанзе появились детеныши. Это считается редкостью. Я, конечно, не готов судить, но доверюсь словам смотрителей зоопарка. Сейчас я покажу вам, кто вообще в этом зоопарке представлен. Привет! Как дела? Как зовут? По официальной информации, зоопарк населяют более 300 видов редчайших животных. Среди них приматы, дикие кошки, экзотические млекопитающие, коллекционные рыбы и птицы. Но больше всего в этом зоопарке, конечно же, обезьян. Зоопарк вообще так и называется – планета обезьян и диких кошек. В общем, друзья,
Я покажу вам только кусочками зоопарк, потому что на самом деле клеток очень много, животных очень много. Здесь, ну, с десяток видов обезьян, наверное, 5-6 видов диких кошек, попугаи, дикообразы, черепахи, кого здесь только нету. Поэтому для того, чтобы реально посмотреть все, что есть в этом зоопарке, вам нужно приехать самим и все это увидеть. Вот, например, сервал. Пума. На самом деле для меня вот, наверное, это животное было самым интересным в зоопарке. Сейчас красавица пума спит, но когда днем она гуляла, я подходил к клетке, вот прям эта мощь, такая мощь в этом животном. Ну вот ради зоопарка однозначно стоит посетить это место. Ну вы знаете, я хочу сказать, что я вообще не сторонник зоопарков, потому что мне всегда очень жалко животных, и я бы такой, что все зоопарки бы распустили. Но вот, наверное, за последние 10-15 лет это первый зоопарк, в котором я вижу, что животным реально хорошо. У них просторные клетки, у них есть место для сна, для отдыха, есть место для прогулок, есть игрушки. Поэтому вот этому зоопарку я ставлю 5 с плюсом. Ну и, конечно же, какой отель в Ялте без моря и без своего собственного пляжа? Тут тоже Ялтайн Турист отличилась. У них очень оригинальный выход к морю. Дело в том, что отель Ялтайн Турист находится на горе, на возвышенности. Грин Парк находится еще выше, а море намного ниже. Поэтому еще при открытии отеля Ялтайн Турист был построен лифт. Лифт, который опускает всех гостей курорта непосредственно на пляж. Сейчас я покажу вам этот лифт. Мы спустимся непосредственно к морю. И у самого входа в лифт расположился уникальный автомобиль. Это автомобиль «Запорожец», переделанный в аквариум. Лучше всего смотреть на него в вечернее время, когда включается подсветка, и вы можете разглядеть всех его обитателей. Для того, чтобы попасть на пляж, заходим в лифт и нажимаем на кнопку 1. Вообще город Ялта расположен весь на горах. Мне тем более, как жителю Кисловодска, который в принципе привык к перепадам в городе, я вам хочу сказать, что ну, тут они значительны даже для меня. Поэтому и сама Ялтайн Турист стоит высоко на горе в Массандровском парке, а пляж находится гораздо ниже, но есть комфортабельный лифт, который доставляет вас в самый низ. Это не реклама, напомню, это мои личные ощущения. Специально для того, чтобы жители отеля Ялтайн Турист могли пользоваться собственным пляжем, при строительстве в горе были пробурены шахты. Общий перепад высоты между отелем и морем 43 метра. Плюс ко всему вам нужно пройти по небольшому тоннелю, который выводит вас непосредственно на пляж. В конце тоннеля расположены турникеты. Выпускают всех, а вот впускают обратно только по браслету. Ну и, собственно, как-то вот так выглядит сам пляж. Это небольшой пирс и небольших размеров набережная засыпана галькой. Есть еще на втором уровне песочек, но это на любителя. А вот чайки здесь злые. Они попытались атаковать мой дрон, и если даже не ошибаюсь, одна из них задела его крылом. После этого я сразу же остановил съемку и вернулся на берег. Признаюсь честно, море люблю не особо, больше люблю проводить время у бассейнов. Ну и экскурсия по отелю Ялтайн Турист, конечно же, будет неполной без посещения Массандровского парка, одной из самых больших его достопримечательностей. Мы сейчас вот здесь, у нас на выбор несколько теренкуров, поэтому пойдем все посмотрим и постараемся показать красоту этого парка вам. Только единственное, что мы должны учесть, и я, и вы, мой зритель, это то, что я живу в городе Кисловодске, где находится один из
наверное, красивейших парков нашей страны и один из самых больших парков нашей страны. Поэтому меня тяжело удивить, конечно, какими-то парками, но, тем не менее, вам я его покажу и расскажу. Но сам вряд ли впечатлюсь. Дело в том, что мне повезло, и со мной уникальный экскурсовод. Послушайте, как она рассказывает об объектах Массандровского парка. Добрый день! Сегодня мы можем наблюдать в Массандровском парке дуб пушистый. Таксономическое положение, порядок букоцветный. Обратите внимание, пожалуйста, на его пушистость. Это самый пушистый дуб в этом парке. С пушистостью явно проблемы. А вот за что реально зацепился взгляд, это... Дерево красного цвета, и, судя по всему, на нем нету коры. Ну, такое подобие коры. Вот стволы сухих деревьев используются для такой красоты. Здесь было черепаше озеро. Озеро черепах? Ну да, здесь же были черепахи. Дело в том, что моя семья вела меня к озеру, которое находится в Массандровском парке. Они говорят, ой, такое красивое, пойдем обязательно посмотрим. Они ходили сюда без меня. И говорит, пойдем обязательно посмотреть. Ну, в общем, мы пришли, а озеро на реконструкции. Его чистят. Отлично гулять в Массандровском парке? Да. Это хорошо. Резюме по парку такое. Мы обошли его спокойным шагом, ну, где-то за час весь. Если вы приехали в отель Ялта Интурист, конечно же, стоит сходить в знаменитый Массандровский парк. Но если вы бывали в Кисловодском парке, то здесь вас особо ничего не впечатлит. А если не бывали, то обязательно приезжайте. В последнее время наш парк очень преобразился. Ну все, друзья, я надеюсь, обзор главного корпуса отеля Ялта Интурист и прилегающей инфраструктуры был, ну, достаточно подробным для того, чтобы принять решение, ехать вам сюда или нет. А сейчас я отправлюсь, ну, по моему мнению, в жемчужину отеля Ялта Интурист. Это в Грин Парк, которому всего 3 года. Чтобы туда попасть, нам нужно доехать до туда вот на таких электромобилях. Сейчас дождусь моего электромобиля и поедем вверх. Повторюсь еще раз, корпуса отеля Green Park, который является частью отеля Ялта Интурист, находятся на горе выше основного корпуса, и они не то чтобы граничат, они прямо вот находятся внутри Массандровского парка. Отсюда вы прекрасно понимаете, какой здесь свежий воздух, какая атмосфера. Чтобы приехать в корпуса, нужно подняться по серпантину.
Я сейчас это делаю пешком, ну а можно это сделать на электромобиле. Ну, от этого очередной плюс, потому что когда ты 5-10 дней здесь отдыхаешь, ешь, спишь и купаешься, физическая нагрузка совершенно тебе не повредит, и подниматься или спускаться пешком одно удовольствие. По поводу электромобилей, которые доставляют вас от основного корпуса в Green Park, очень много в интернете пишут, что большая загрузка, приходится долго ждать. Ну, я считаю эту проблему надуманной. Я многократно на них ездил, и максимальное время ожидания составляло 10 минут. Ну, а на горе вас встречают всегда добродушные и улыбчивые сотрудники отеля «Ялтайн Турист». С этого года здесь пропускной режим. Проход по браслетам. На территории Green Park очень много всего. Есть и отдельный кафетерий, есть и зона для детей, и большие шахматы. Но отдельного внимания заслуживает ресторан, который находится у меня за спиной. Здесь трехразовое питание. Соответственно, если вы живете в Green Park, вам не нужно спускаться в основной корпус, и кушать вы можете здесь. Ну и также хочется сказать пару слов о ресторане «Левадия». Кухня здесь очень вкусная, сам ресторан, вы видите, просто замечательный. Мы с семьей любим обедать именно на террасе, потому что открывается замечательный вид на горы, на Айпетри. А вот по поводу того, что пишут в интернете, что огромная загрузка, официанты не справляются, не успевают, я этого не заметил. Заметил я другое, то, что люди очень много набирают еды, которую потом не съедают. Возможно, поэтому потом кому-то не хватает. Друзья, ну и давайте подведем итог этому обзору отеля «Ялтайн Турист». Повторюсь, я не снимал это в коммерческих целях, и никто не просил меня делать рекламу этому отелю, но очень много мнений было за и против, ехать сюда или нет после карантина. В интернете очень много информации о том, что здесь перегружено, на то, что не хватает еды, на то, что не хватает мест. Я вам показал все как есть. Лично мое мнение и мнение моей семьи, нам здесь очень понравилось, и однозначно нужно ехать. Но опять же повторюсь, наше мнение, что если вы едете с семьей и едете отдыхать, нужно отдыхать в Green Park. Нам здесь нравится очень, и думаю, мы приедем еще раз. Пребывание мое здесь заканчивается завтра. 2 дня я побыл с семьей, как и обещал. Мы отпраздновали, точнее еще празднуем день рождения моего сына. А завтра я отправляюсь на байк-шоу. Ну точнее, я отправляюсь к горе Госфорта, где сейчас полным ходом идет подготовка к самому значимому, не побоюсь этого слова, мероприятию среди мотоциклистов на постсоветском пространстве. Ровно через неделю на горе Госфорта под Севастополем состоится байк-шоу ночных волков под названием «Крах империи». Я получил аккредитацию прессы, и мне дают возможность снимать там подготовку. Подготовка там идет сейчас круглые сутки. Возможно, мне удастся поговорить с непосредственным организатором всего этого мероприятия и идейным вдохновителем ночных волков, хирургом.